Всем привет, меня Тимоля Габро. Сегодня я хочу показать вам топ-5 ролевых управлений. Топ-5 механизмов ролевых управлений без ролевой рейки. Я знаю, что у многих нету просто такой рейки, поэтому я сделал для вас 5 механизмов без ролевой рейки. Конечно, один из них сложный, но это на потом. Давайте сейчас начнем с более легких. И начнем вообще с самого легкого, где ни одной шестерни не используется. Это вот такой. Кстати, вместо вот этих деталей новых можно использовать обычную рамку 5х7. У меня отдельно ролики выходили по этим всем передним мостам, по этим всем ролевым управлениям. И можете их посмотреть по подсказке справа. Конечно, здесь очень маленькие поворот, очень маленький, я не помню, как называется. То есть хрен повернешь где. Давайте пойдем дальше. В этом уже есть одна шестеренка. Это самый обычный после ролевой рейки. Такой механизм используется, ну, мало где. Ну, он очень популярен в самоделках, особенно у тех, у кого нет ролевой рейки. И также вместо этого можно использовать рамку. Но вот здесь именно вот эти детали новые идеально подошли. Вот, дождь за окном. Если у вас идет дождь, ставьте лайк. Если не идет дождь, ставьте лайк. Так, кстати, YouTube все делают очень легко, но минус в том, что в каждом есть вот такие рамки, или без ушек, можно сделать. Короче, продолжаем. Тут уже две шестеренки, тем более тут еще одна полурамка. Короче, здесь уже две шестеренки. Используется шестеренка на 12 зубьев и вот такая, по-моему, 8 зубьев. Это для угловой передачи. А, это на ручке не обращайте внимания. Так как это просто удобнее крутить. Вы можете просто обычное колесо прицепить туда. Вот, вот так, например. Крутить. Но мне это не очень удобно. Поэтому... поэтому у меня тут целая гора лего, где куча колес. А, кстати, смотрите. Сейчас колесо прицеплю. Пулбэк. Самоделка. Если хотите обзор на вот такую небольшую самоделку, вообще маленькую, то там ставьте лайк. О. Конечно, вот так. Вступаем дальше. А дальше у нас идет вот такая. Это, наверное, легче делать. Хотя не во всех наборах есть вот такая шестерня. Потому что в наборе с самолетом 21 года, не помню номер. Ну, может, покажу вот эти детали, поймете про что. Там, например, есть
Вот такие шестеренки для угловой передачи, вот такие черные. И вроде других шестеренок больше нет. Ну, здесь что-то типа оттяги, но только из банки. Тут уже без такой рамки не обойтись. Я мог бы, конечно, попытаться сделать что-то типа кулачкового механизма, но это сложно. Через 1,5 минуты ролик закончится. И, ребят, самый сложный. Здесь используются сразу 4 шестеренки. Обзор также. Обзор я уже делал. Поэтому. Ну, тут такой механизм. Здесь все крепится легко. У меня память на телефоне заканчивается. Делается легко очень. Тут шестеренка на 8 зубьев, на 24, если не ошибаюсь. Или на 26. Вот это червяк. Можно использовать черный без трения, но мне что-то его жалко. Ладно, ребят, всем пока, с вами был я, Тима Легобро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Даю, кстати, небольшой спойлер. Следующий ролик выйдет, где реально очень хороший такой большой механизм. А после следующий ролик будет... Может, вы что-то увидели? Ладно, пока. Все, память за.